Хорошее местечко. А, это же коридор этот. Да, здесь мы еще не были. В этом вообще уйти. Кировского завода. Видяшечку снять надо. Ух ты. Кого искать, что ли? Да это их на этот архив. Фоточки. А тут много фоток, вон сюда посмотри. Он здесь валяется. Картотека. Блин, здесь где-то этот был. Я не помню, на каком этаже. Типа чердака, что ли? Вот это, блин. Общественные туалеты. Венчики даже на месте. Охуеть. Вот так это общежитие строили. Смотрите, какие стены. Полностью пустые. Набитые стеклянной ватой. Вот и вся стена. Охуенная штука, блин. Это десять часов. Неизвестная. А, доклады, наверное. Объяснительные записки их. Похитили сумку, которая была в английском удостоверении. Блин. На каком-то этаже подсобка была. Там много интересных вещей. Вырезали. О. Б.
Блин, надо было оставить. Вход в катакомбы. Бункер. Блин, где моя сумка-то? Эч! А? В это время побольше. Ну там, в принципе, мало чего интересного. Хотя есть. Там так прохладно. Особенно, когда жара, тогда приходи. Я не понял. Заживаешь? Ну, в основном. Значит, вас на этот балкон закрыли, блин. Он же был. Да. Вот есть другая лестница. Он там не надо, блин, так ниже. Ниже. А ну да, выше, это же значит перекрытие. Да. Мы уже близки к истине совсем. Где больше света? А дождик-то все идет. После. Неплохо, неплохо. Для дома
домашней энциклопедии. Да. Ох, небольшой. Проспект Стачек, дом 172. Общежитие Кировского завода. Это что, так гром гремит, что ли?